В результате проделанной работы инспекторами выявлено 12 несовершеннолетних, 9 из которых доставлены в отдел ПДН за безнадзорное нахождение на объектах транспорта. Со всеми были проведены профилактические беседы. Впоследствии они были переданы родителям. За время каникул также проводились рейды, лекции, конкурсы на знание правил безопасности на железнодорожном транспорте. Инспекторы даже провели экскурсию для учащихся школы номер 10. Детям рассказали историю создания вокзала, показали и наглядно объяснили работу досмотрового павильона. Также поведали ребятам и о технической части железной дороги. Полицейские объяснили, чем грозит такая детская шалость, как подкладывание предметов под колеса и битье стекол в пассажирских вагонах. Здесь же инспекторы по делам несовершеннолетних ознакомили ребят с правилами поведения на железной дороге. Как оказалось, многих детей давно интересовал вопрос, для чего по обе стороны перрона нанесены желтые полосы. В ходе экскурсии школьники выяснили, эти линии – залог их безопасности. В завершении познавательной прогулки детей проводили в дежурную часть транспортной полиции, где ее начальник рассказал, сколько камер охраняет их покой, как работают с доставленными правонарушителями и какая современная техника применяется для установления их личности.